Самоизоляция теперь обязательна и для ямальцев. Накануне участники регионального штаба приняли решение ужесточить меры профилактики распространения коронавируса. Пока они действуют до 5 апреля. Теперь из дома можно выходить только в ближайшие магазины, либо если требуется экстренная помощь врачей. С сегодняшнего дня в окружных больницах приостанавливается плановая госпитализация. Что касается экстренной помощи, ее окажут всем нуждающимся. Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями врачи готовы приехать домой. Сегодня на Ямале должна была начаться всероссийская перепись населения в отдаленных и труднодоступных территориях. Из-за эпидемиологической обстановки мероприятие решили отложить. Первыми регионами, где старт переписи сдвинули, стали Ямал, Чукотка, Магаданская область и Хабаровский край.